В Анапе, Сочи и Геленджике, а также на курортах Кубани в выходные дни ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Максимальная температура морской воды у берегов Краснодарского края составит плюс 19 градусов. В Анапе облачно, с прояснениями, возможны осадки. Преобладающая температура ночью составит плюс 15 градусов, а вот днем плюс 20 тепла. Ветер будет западных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Мы получили штормовое предупреждение, что на территории Краснодарского края, не исключая муниципальное образование город Курут-Анапа, период с 25 по 28 мая будет ухудшение погодных условий. Связано оно будет с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильных ливней, ветра, возможен град. В соответствии с данным прогнозом мы прогнозируем такие происшествия, как подтопление низменных территорий, соответственно, подъем уровня воды. Но при усилении ветра огромная просьба к нашим жителям и гостям города: не находитесь под деревьями, обращайте внимание на личную безопасность и особое внимание уделяйте безопасности нашим детям. А я напоминаю, что партнер выпуска – ресторан «Отель Беладжо». Все лучшее в одном месте. Ресторанно-гостиничный комплекс «Беладжио». К вашим услугам роскошный банкетный зал на 300 человек, европейская и кавказская кухни, радушие и гостеприимство. Все это ждет вас в «Беладжио». «Беладжио» – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216.